А у нас окошко, лимончики. Нет, это апельсинчики. А это мандаринчики. Можно выйти пособирать. А это наш номер, в котором мы уже останавливались. Ну вот, неуютно стало, потому что вместо стола вот здесь кровать поставила. Вот такой номер. Здесь для одежды. Лучше бы оставила также стол. А ванна? Кстати, сюда. Ой, сюда, да? А ванна, кстати, холодная. И душевая, туалет на два номера. Ау. Ну, холодно очень мыться, да? Ну, нагревается вода, нет? Да вода-то нагревается, вода горячая. А, холодно просто очень, да? Нельзя под холодно мыться. Ты что, заболеть хочешь? Вид хороший тут из окошечка. Вон гора Иверская. Спички там лежат, если вам надо. Хорошо, спасибо. Угу. Как меняется, смотрите, погода. Какой сегодня декабрь? Это февраля. Сереж, сегодня какой февраля? 17. А, 17 тоже. Не знаю, ну да, кажется, 17-е. Мы вот переехали из Гагры, поселились здесь на горе. Планируем еще подняться вот туда выше, на Иверскую. Это Иверская гора, вот я вам показываю. Мы живем мы вот в этом доме. Сейчас решили пойти погулять к водопадам. Ну вот, смотрели по интернету. Афон завалило снегом вчера, но мы уже планировали выехать. Не стали сидеть в Гаграх, а в Гаграх намного теплее, чем здесь. Ух ты, мимозы цветят. Да, какие бы вот условия тут жития, бытия не были, но природа шикарная. Выходишь, любуешься и все, и сразу сам себе поднимаешь настроение. Несмотря на то, что тут у них отопления нет, они включают или кондиционер, а у кого-то батарея. Зимой неуютно. Воздух совсем другой. А летом, конечно, что кондиционер включил, прохлада, шикарно. Живи себе в прохладном номере. А зимой в прохладном номере неуютно. Ну, в общем, продолжаем путешествие. По Абхазии созвонились уже в Сухумом. В Сухуме мы останемся надолго. А сейчас гуляем по новому Афону. Летом здесь автобусов туристических очень много. Ну вот суббота, воскресенье. И какой день, она еще сказала, работает пещера? Четверг? Суббота, воскресенье точно. Суббота, воскресенье точно работает. Завтра сходим. Увидели два красивых дерева, вот эвкалипты. А наверху кто-то прыгает. Людей мало. Внизу еще там движение какое-то было. К водопадам шли туристы. А здесь никого. Вон видите какие. О, какой могучий, какой большой. Да, зимой только ходить и вот так любоваться природой, дышать.
И все. Ой, снег пошел, представляете? Муж ворчит, говорит, приехали в теплые края, а тут снег идет. Ну, мы думали, мы с Гагры переедем сюда, Новый Афон, тут будет теплей, а тут еще холодней. Еще и снег идет. Что ты хочешь спросить? Ну, надо подойти да прочитать. Вот красивая аллейка. Че, Сереж? Ага. Вот красивая аллея, да, вот это? Смотрите, какие громадные. Поднимаемся выше к озеру. Сделали смотровые площадки. Видите? Вот этого, вот этого не было. Перильчиков, мостика вот этого не было. Сейчас очень удобно, можно пройти еще дальше, посмотреть. А мы сейчас вдоль озера и на станцию повыше поднимемся. Смотрите, цветочки тут цветут.
папоротник. Ой, сколько подснежников. А тут смотрите, сколько цветов. Снегом припорошило их. Где? Угу. Запретная зона, видишь, написано. Ну, чтоб там не лазил. Чтоб никто не лазил, не ходил. А, Денис, по-моему. Да, а, Денис, это мой. Вот это мне очень нравится. Что? Прошел лавочку, сетка сидит. Ну да, отдохни. Угу. Ой, как оно цветет, смотри, Сереж. Было бирюзовое, смотри. Ну, стоячее. А? Почистят к лету.